Пламя, мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашивай разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю. Внимание, разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Получено разрешение открыть огонь. Ну да, прямо в цель. Больно, наверное. Вон бежит. Вас понял, вижу объект. Подстрели. Восстановление цели. Неплохо. Вижу еще пехоту. Отлично. Он снова пошел. Огонь по пехоте противника. Покончить. Вон там, получаю данные. Уничтожить. Получил разрешение открыть огонь. Достал. Получил разрешение открыть огонь. Получено разрешение открыть огонь. Ух ты! Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Уничтожить. Нейтрализовать всех. Вон там, получаю данные. Надо выделить сигнал. Смотрите, куда стреляете. Следите за мигающими датчиками. Это свои. Ладно, говорит Б-6! Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе. Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Установить радиус сканирования. Они у той машины. Восстановление цели. Огонь! Противник пересекает поле. Установить радиус сканирования. Достал. Подстрели. Уничтожить его. Попал. Вон бежит. Надо выделить сигнал. Вижу пехоту. Вижу бегущую цель. Бабах. Готов открыть огонь! Вижу еще пехоту. Нейтрализовать всех. Вижу бегущую цель. Огонь по пехоте противника. Готов открыть огонь! Покончить. Он снова пошел. Огонь! Вон там, получаю данные. Отлично. Приближаемся. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял. Сигналы видим.
Внимание всем! Не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Да, прямое попадание. Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, штурман, о каком повороте речь? Прием! Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Оператор, видите водонапорную башню? Вы имеете в виду, водонапорную башню перекрестка? Вас понял. Цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот, видите? Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. А у нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно, сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Ламя, на нас напали! Помощь не помешает! Внимание, уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Подковообразного? Вас понял. Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Приближаемся. Ни хрена себе. Отличный выстрел. Вы чуть не пристрелили наших парней. Попал. Отличный выстрел. Получено разрешение открыть огонь. Надо выделить сигнал. Восстановление цели. Установить радиус сканирования. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Надо выделить сигнал. Ламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, Б-6. Внимание! Дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю. Внимание на маячки. Это свои. Вижу противника на свалке. Внимание! Уничтожить противника. Но они и разошлись. Нейтрализовать всех. Восстановление цели. Огонь! Вас понял. Вижу объект. Получаю. Ни хрена себе! Вас понял. Уничтожить их. Бабах. Он бежит. Нейтрализовать всех. Установить радиус сканирования. Этот готов. Возвращаемся к другим целям. Нейтрализовать. Огонь по пехоте противника. Покончить. Расправьтесь с ними. Вижу бегущую цель. Уничтожить. Вижу еще пехоту. Получил разрешение открыть огонь. Получил разрешение открыть огонь. Огонь по пехоте противника. Ламя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Один у той машины. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Нейтрализовать. Вижу бегущую цель. Он снова пошел. Огонь! Разрешаю открыть огонь по машине. Вы ведете огонь по своим. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Обращайте внимание на датчики. Вас понял. Уничтожить их. Вон там, получаю данные. Уничтожить его. Расправьтесь с ними. Покончить. Подстрели. Вижу пехоту. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Вас понял.
Приближаемся к вертолетам! Спасибо за помощь! Конец связи! У нас получилась отличная запись полета. Я вас понял. Внимание! Цель задержана. Всем спасибо. Вас понял. Возвращаюсь на базу.